Здравствуйте, дорогие мои подписчики, здравствуйте, мои гости канала. Сегодня новость про Египет, про новые рейсы из Москвы и Екатеринбурга. Египетская авиакомпания «Эль Мастре» намерена вернуться в Россию и уже в августе начать выполнять полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из Москвы и Екатеринбурга. Делать такие выводы позволяют данные расписания аэропортов российской и уральской столиц. Египетский перевозчик «Эль Мастре» Universal Airlines готовится возобновить рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из Москвы и Екатеринбурга. Как указано в расписании московского аэропорта Шереметьево, полеты в Хургаду должны начаться 2 августа, частота 2 раза в неделю. А с 4 августа перевозчик собирается возобновить перевозку в Шарм-эль-Шейх с частотой 4 раза в неделю. Из Екатеринбурга, согласно данным расписания аэропорта Кольцово, «Эль Мастре» будет летать только в Шарм-эль-Шейх с 4 августа. Частота вылетов дважды в неделю. Однако появление рейсов в расписании не говорит о гарантированном возвращении авиакомпании в Россию в указанные сроки. Необходимо дождаться появления в продаже билетов на эти рейсы. Пока что их нет. Нет пока ясности и относительно того, кто из туроператоров намерен сотрудничать с египетским перевозчиком. Никто из Annextour, Pegas, Touristic, Testour, Fun & Sun на данный момент не готов предметно разговаривать на тему взаимодействия с «Эль Мастре». Также не торопят события и в компании Pax, которая в сезоне этого года, 2021 и 2022 года, брала блоки мест на рейсах «Эль Мастре». Какие же авиакомпании летают из России в Египет сейчас и сколько стоят туры? Что касается в целом расширения перевозки в Египет к высокому сезону, то все эксперты единодушно назвали его необходимым. Сейчас в Шарм-эль-Шейх туристы летают из Москвы, а в Хургаду из Москвы и регионов. На маршрутах работает авиакомпания iFly, перевозчик выполняет рейсы в интересах Testour. Также борта из Москвы грузит туроператор Fun & Sun. Testour летает из Москвы в Хургаду и в Шарм-эль-Шейх, а также из Екатеринбурга, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Самары, Казани и Уфы в Хургаду. Спрос на эти рейсы пока радует, если говорить о ценах, то они находятся на приемлемом уровне. Из Москвы, например, 74 400 на человека. Все включено отель категории 4 звезды. Для туристов из Екатеринбурга Египет доступен по цене 79 300 на человека. Все включено отель 4 звезды. Помимо iFly из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх летает еще Rentwings в партнерстве с Biblioglobus. Если хотите дальше от меня получать новости туризма, то подпишитесь, ждите моего нового ролика. Под видео ссылка на источник информации, на мой второй дачно-кулинарный канал. Также можете подписываться, если интересно. Спасибо, что меня смотрите. Ждите нового видео. До свидания.